Що можна зробити, аби діти одужували швидше? Можна вивчитися на лікаря і самовіддано працювати. Можна міняти закони на користь людей з рідкісними або тяжкими хворобами. А можна стати лікарняним клоуном або волонтером і дарувати дітям і батькам свято. Саме такі люди сьогодні наші гості. Це актриса і відомий волонтер відділення онкохворих дітей Олена Володіна. І наскільки я зрозумів, її партнер за благодійністю – Єгор Шкаран, представник клубу активного відпочинку «Кава». Добрий вечір вам на 9 каналі. І так, давайте почнемо з самого головного. Добре, грандіозне мероприятие приближається з вашим участием. Що це буде? Это действительно и доброе, и грандиозное, потому что, наверное, кроме Днепропетровска, во всяком случае, я не слышала, чтобы кто-то еще подобные акции проводил. Это вообще впервые вот такое действие, когда во дворе больницы, прямо под открытым небом, так сказать, на голом асфальте, лучшие артисты города приходят в детский день защиты детей для того, чтобы немножечко раскрасить их серые больничные будни. И в этом плане мне очень приятно, что именно Днепропетровск опять впереди планеты всей. Во всяком случае, я не слышала, чтобы где-то на Украине или вообще в принципе где-то на планете подобного рода действия происходило. Второй год подряд мы будем собираться все вместе, большой командой, для того, чтобы вот подарить детям праздник. Если в прошлом году мы просто попробовали там, дашь звук, а дам. А споете? А споем. А вот так, а вот так. И вот как-то получилось. И действительно очень удобно, потому что больничный двор областной больницы, он так устроен, что все абсолютно корпуса своими окнами смотрят вот в это вот закрытое дворик этот больничный. И дети, которые не могут выйти на улицу к нам, присоединиться к празднику, они могут в окна наблюдать и, в общем-то, слышать и музыку, и все, что происходит. То есть это очень удобно и очень так одновременно по-домашнему уютно и празднично, радостно. В этом году у нас уже наши традиционные, наши друзья, артисты, это и Юра Богуславский, и Лена Ледовская, и ребята-аккордеонисты Монте-Карло, и Денис Мергоязов, с которым мы 3 года назад проводили флешмоб для наших же детей, и вот Женя Назарук присоединился, лидер рок-группы Видверто. Это, конечно же, наш любимый театр кукол опять с нами вместе в этот день. Это детский музыкальный театр «Волшебный мост» впервые будет, ну, он не впервые в наших акциях принимают, но именно в этом концерте он будет просто украшением, потому что маленькие дети, понимая всю необходимость немножечко развлечь и порадовать детей, которые сейчас находятся в отделении, тоже к нам присоединились. Так что концерт двухчасовой – это действительно грандиозное событие, и я думаю, что не оставит никого равнодушным. Ну и апогеем, так сказать, нашего действия – это будет грандиозный запуск шаров. Кроме всего прочего, к нам в этом году присоединились байкеры, ну, Егор, может быть, подробнее расскажет, и фаер-шоу. То есть вообще просто, я считаю, замечательно, когда дети смогут и прокатиться на таком стальном коне, да, с такими брутальными мужчинами покататься вокруг больницы, и сфотографироваться, посидеть, потрогать байки. Я думаю, что детям это очень понравится. Я предлагаю в нашем общении дать слово и мужчине. Он достаточно такой вот суровый внешне выглядит, но я думаю, что это человек с большим и добрым сердцем. Итак, Егор, вам слово. Здравствуйте. Да, байк-клуб «Стая» согласились нам помочь в этом мероприятии. Они помогали до этого ДЦПшным детям, тоже приезжали к ним и любезно согласились прийти и посетить наше мероприятие. Точно так же фаер-шоу, клуб «Ройал» тоже предоставит нам своих ребят, чтобы показать фаер-шоу. Ну и пусть тоже наш клуб ответственный как раз за запуск гелевых шариков, что мы приедем пораньше. Все их надуем, завяжем, подготовим, чтобы было красиво, и чтобы как раз вот с 5 вечера началось мероприятие. Ну, безусловно, ваше мероприятие приурочено к началу лета, к первому дню защиты детей. Ну, защищать детей надо на протяжении 365 или 6 дней, как вот в этом высокосном году. Какие программы, на ваш взгляд, уже город Днепро, мы днепряне стали, будет реализовывать в дальнейшем?
по культурной, ну, наверняка город будет очень много всяких и концертных площадок, и каких-то акций, особенно то, что касается детей, которые несколько обделены вниманием, воспитываются в детских домах, либо нездоровы. Потому что вот лично мои дети, они не знают про праздник 1 июня, и они его не ждут, и не спрашивают об этом. Но дети, которые находятся в больничных палатах, в детских домах, те, которые каким-то образом обездолены, они знают, что придут люди с подарками, и они ждут этот день. И он для них точно такой же, как и Новый год, или Святой Николай, или какой-то любой другой праздник. Поэтому мы не можем обмануть их ожидания и говорить о том, что детей надо каждый день любить, каждый день поддерживать и каждый день радовать. Но, тем не менее, вот это те отправные даты, которые в любом случае дети ждут праздника именно в эти дни. И мы постараемся для них это устроить. Кроме всего прочего, вот возвращаясь опять же к нашему мероприятию, я хочу сказать, что кроме радости душевной, будет очень много угощений для детей. Это и карамельки от нашей феи карамелиной, это и от нашего хладокомбината мороженое для детей. Кроме того, инициативная группа БАДМ, присоединившись к всеукраинскому движению «Письма ангела», каждому ребенку написали письмо адресно. То есть, что там в письме, я не знаю, но будет запечатано, адресовано каждому, Маше, Пете, Васе, Сереже. Вот. И кроме этого письма, каждому ребенку они с любовью купили подарок, тот, который бы соответствовал его возрасту, его характеру, его настроению, его там, каким-то увлечениям. То есть это вот, ну, вдвойне приятно, что каждый ребенок не просто получит там набор из карандашей и фломастеров, да, там каких-то игрушечек мягких, а именно каждый ребенок для себя лично получит этот подарок, как от Деда Мороза практически. Если говорить о таких мероприятиях, которое произойдет 3 числа, насколько это сильная терапия для ребенка и для родителей, ну и для медиков, наверное, в том числе, потому что вот таким образом они, наверное, видят определенный толчок своей работы. Вы знаете, опять же, вспоминая прошлогодний праздник, даже медперсонал вместе с нами участвовал, они все вышли на улицу, они вместе с нами и болели, и играли, вот студия «Чудо-фея», они в этом году будут с нашими детьми проводить всевозможные игры. Так что я думаю, что терапия радостью — это вообще одна из самых основных терапий, очень важных, потому что мы же знаем, что как только у тебя настроение хорошее, как только ты рад и доволен, и у тебя есть желание бороться, то это огромное подспорье в лечебном процессе. А когда ты грустный, сидишь в палате, и нечем тебе заняться, и никакой радости, то, конечно, и пилюли не слишком помогают. Поэтому это очень важно. Егор, когда вы в первый раз попали в стены областной детской больницы, вот ваши впечатления? Ну, это был, по-моему, 13-й год. Это мы только запускали именно сам проект гелевых шариков. До этого мы собирали доноров и сдавали кровь. Я являюсь донором крови. У меня на сегодняшний день 21 сдача. И для онкобольных детей в том числе. То есть это вот как раз вот 13-й год, когда мы запускали вот именно первые шарики. Это был чисто запуск, без всяких концертов, без всяких музык. Просто собирали вот так средства. Ну, вы молодец, мужественный человек. 21 раз. Это уже. Это достойно уважения. Итак, не так много у нас времени осталось. Mm-hmm. Давайте еще раз проанонсируем и, пригласим. Да, я бы хотела тех, еще, кто кроме, еще хочет откликнуться. Кроме праздника, сказать, что вот запуск шаров еще и несет такую благую цель — собрать средства. Стоимость одного шарика 20 гривен. Это не такая большая сумма, но если придет много желающих поддержать детей, то кроме радости для детского сердца, мы еще сможем немного их поддержать и материально. То есть все собранные деньги от продажи шариков пойдут именно на помощь этих двух отделений. Хотя дети придут к нам на праздник абсолютно со всей больницы, со всех абсолютно отделений. То есть мы радость будем дарить всей больнице. А вот то, что мы соберем с шариков, с продажи, то это, конечно, пойдет на поддержку отделения гематологии и онкохирургии. Так что, друзья, приходите 3 июня, улица Космическая, 13, областная детская больница, внутренний дворик больницы. Начало концерта в 5 часов, 17 часов, и в 19 к окончанию концерта, двухчасового большого концерта, очень яркого, это запуск шаров. Мы вас ждем. Дякую, ну, сподіваюся, що мешканці Дніпра підтримують цю чудову акцію, а вам дякую за те, що знайшли змогу і завітали до нас. Отже, мої гості сьогодні – це волонтер Олена Володіна та представник клубу активного відпочинку «Кава» Єгор Назар, Єгор Шкаран.
Запрошують і вас долучитися до милосердної справи і наповнити світ добром, аби діти швидше одужували. 3 червня о 17 годині благодійне свято для хворих малюків відбудеться на території обласної дитячої клінічної лікарні. Приходьте і долучайтеся.